брата. Не уверена, что братья, может быть, сейчас я точно знаю, как поступить. Но они родственники. Я это один из можжевельников, которые вокруг растут. Даже не сам можжевельник, а вот маленькая шишечка на можжевельнике. Вот такая. Ну, вот там сорвалась? Да вон она там сидит. Вон, вон, вон. А что ты делаешь? Да вон она, там она. Я в нее рыбу запутал. Ну, старый рот там снимать. Да что это, в принципе, тоже могла отпужать. Ну, вот видишь, она хорошо спустилась. Вон, сейчас остальное надо. Клёвый. Давай, клёвый, клёвый, клёвый. Ой, как он тёплый. Ой, тёплый, у него пузико тёплый. Я думаю, что хуже уже не будет. Тебе тоже Фося? Не то, что хуже, всё будет гораздо лучше. Я думаю, что Фося тоже, мам. Ну, я Фося тоже, да я уже просто встать не могу за Фося. Да, да, да. Ой, скажи, чем-то меня намазали. Она же все еще плывет. Да. Абсолютно очень ужасно, если попадет. Да ладно, не острый клюв. Вот он, острый клюв. Да, вот то есть ты хочешь сказать, что у меня мог это? Да как он тебе не проколол там место вообще, я не понимаю. Потом помаши ручкой. Да, видимо, кто-то здесь уже поработал. Думаешь? Ну, наверное. Я вчера только я возил. Я даже ни одного не видел. Мужики, вчера только, вчера было где-то. Он думает, у тебя сколько, что ли? У нас был раньше, ну вот, мы детские названия не было. Первая ловушка. Паутина, да я тоже самое, обомлел. Когда увидел, я вышел, думаю, нифига себе, наша свечка смотри. Эту свечку мы с тобой будем зажигать. Да, чтобы было не темно здесь.
И здесь не знаешь, что это лосковая магия. Да что это такое? Потом как дура, да. Видишь, что они тоже он отгадывать умеет, а показывать нет. Ну как тебе понравилось? Да, думаю, не берешься. Одно слово. Да. Что, не перегорело? Я даже не ожидал. А что это вы тут все делаете, а? Апрель. Надо резать копей. По полям бегут лучи. На дорогах узы. Скоро выйдут мои охраны стузы. Дороги. О, оператор. Нападайте, не бойтесь! Бейте его! Ой.